Привет, я Сэм, фудблогер. Сейчас я съем острейший перец в мире. Собственное шоу станет отличной рекламой твоей книги. Ты станешь новой суперзвездой. Вот что продается. Ты йогой занимаешься? Боксом. Я вас раньше не видела. Пойдешь на свидание? И что там у него за овощи? Его баклажан я еще не видела. Ты продавец? Это магазин мамы. Я шеф-повар. Одно ризотто! Я позвал фудблогеров и критиков. Фудблогеров? Привет, привет! А вот и наша звезда. Готова? Писать отзывы — отличная профессия, да? Предложить вам что-то еще? Другой ресторан? Твой отзыв читают абсолютно все. Шеф явно ничего не смыслит в кулинарии. Это твой ресторан? Да. Зайдешь? Нет. Пока! Он читал? Черт, психанул? Он не знает, что это мой отзыв. Я побоялась сказать ему. Я говорила, будь с ним честной. Марко, пожалуйста. Не хочу тебя видеть. Милый, открой глаза. Он хочет тебя без фильтров и лайков. Ты нужна ему? Это должны видеть все! Щелк, 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 щелк! Во всех кинотеатрах!